Друзья, это следующий выпуск, где девушки будут оценивать фитнес-блогеров. И сегодня у нас следующая пятерка, возможно, красавчиков, возможно, нет. Первый фитнес-блогер – это Крис Херия. Все говорили, короче, не буду говорить, что все говорили, посмотрим на твою оценку. Ну, лицо восьмерочка. Восьмерочка. Тело девяточка. Девяточка. То есть, блин, Криса Херия все говорили, что девушки будут оценивать прям на максималке. Крис Херия следующий. Вот этот уже более-менее. Всем азиаты нравятся, ё-моё. Ну, он, по-моему, слишком забитый. Но я знаю его. Но не очень. Я знаю его, он заебись, я тренируюсь по его. Серьезно? Да. Он мне очень нравится, он просто десятка. Он такой по лицу десятка и по телу? Это, да, вообще. От себя? Он ну, такой... лицо восьмерка, но тело, ну, блин, не знаю, типа... Он вообще охуительный. Ну, восьмерка. Отлично. Первый фитнес-блогер, наверное, самый ожидаемый от всех подписчиков, это Крис Херия. По лицу будет 6, и по телу 9. Девяточка. Ну ему, кстати, все хорошо девчонки дают. Лицо 10 однозначно. Десяточка, и тело 10. Тебе азиаты нравятся? Привлекательно. Да? Класс, класс. Горячий. Десяточка и то. Да. Блин, пушка! Ладно, следующий это... Забыл, как его зовут. Черт, ладно, неважно, напишу на экране. Внешность восьмерка, тело девятка. Угу. Внешность восьмерка по лицу, тело девятка. Так, следующий это, блин, я за... как его назвать? Ладно, пофиг, неважно. Ладно. Такие реакции смешные. На пьеха похож на брюшку. На кого? Не важно. На пьеху? На пьеха. Он какой-то, такой, личико у него такое милое слишком. Ну, если... Ну, шестерка. Шестерочка, да? Ну, это тоже неплохо, в принципе. Тело. Ну, вот опять у него вот эти вот. Ну, у него лучше как-то это выглядит. Короче, ну, тело на 5 тоже. Пятерка, блин. Че, мало. Вы такое лицо маленькое. Говорю, милашка, вы же такой. Реснички такие глазки. Лицо, на самом деле, я много все равно не могу дать, поэтому будет пятерка. А тело, не знаю, наверное. Ну, у него какой-то пипец кривой пресс, так что будет семерка. Следующий. Лицо 6 и тело 10. Десяточка, ё-моё, вот это пошли горячие пацаны. Тело 10 точно. Лицо 8. Восьмерочка? Не очень. Ну восьмерочка это хорошая оценка, нифига себе. Не очень привлекательно и 8 ставит. Следующее это Ганнибал 4 King. Вот тут интересно прям будет. Лицо пятерка, тело шестерка. Шестерка. Он прям тоже такой, большой. Он такой крупный, крупненький, да, широкий. Так, это Ганнибал. Бля! Нет, это... Его как будто вот он из пластилина состоял, на него случайно наступили, короче. Они топовые пацаны. Короче, это... Мне нравится их реакция. Нет, тело у него хреновое, у него... Единица, наверное. Потому что, ну, блин, ну посмотри на это. Нифига себе. А по лицу? Тоже единица. Лица не видно, блин. Слишком темно. Извините, немножко расизм от Леры. Я люблю некоторых на самом деле. Слишком темно. Ну, если это темнокожий, то, в принципе, ну, нормальное лицо. Это пятерка, шестерка. О, нифига себе, красава. Оно вообще кривое. Так, да ну лицо вообще не очень, я единичку взяла, а тело у него реально странное, ну, четверка. Четверочка, да, по телу? Да. А что не понравилось в теле, типа слишком большое или вот неэстетичный? Вот здесь вот как-то слишком раз это расширено. У него вот здесь, то есть очень узко, здесь очень широко, здесь не вообще странно, у него не руки какие-то. То есть вам пропорции не понравились, да. Понял. По лицу 3, только из-за личных предпочтений, а по телу? 8. Восьмерочка. Лицо 6. Тело 6 тоже. Шестерочка. Нормально. Слишком вот эти места прикачаны. То есть тебе не нравится, когда какая-то мышца больше гипертрофирована, да. какая-то выделяется очень из общего выделяется. Плана, не нравится, да? Да. Понял. Интересно сейчас, короче, Джефф Сайт. И насколько она его оценит? Прям интересно, реально.
тут прям парень такой, знаешь, типа... Лицо девяточка. Покоритель всех женских сердец, ё-моё. Лицо девяточка. Угу. И по телу? По телу десяточка. Вот тут десяточка, ни хрена себе! Это четко, это пушка. Следующее — это Джефф Сайд. Лицо у него какое-то женское. Женское? Реально женское. Ну, кстати, все девушки много давали до вас. В обоих смыслах. Много давали. В обоих смыслах, кстати. Не знаю, на лицо я поставила, ну, блин, четверку, наверное. А тело, кстати, нормальное, девяточку можно. Ему десятки за лицо ставили. А мы не даем, все уже. Нет, бороды, блядь. Вот да. Нет, лицо три. Тело, кстати, ну, нормальное. Он прям идеальный, смотри, пропорциональная вещь. Ну, почти. Почти, да. А что не понравилось? Член маленький. Не, ну если снять трусы, это будет уже некрасиво. А я уже представила. Я понял. Ну, типа по пропорциям не очень будет. Семерка, да. Я понял. Джефф Сайд. Ну тут тело 11 однозначно. Ну и десятка, да? Да, а лицо тоже 10. Огонь. Тело 10, лицо... Нет, 6. Шестерочка? Нифига себе, разница 6 и 10. Окей. И последний в этой серии — это Стив Кук. Внешность, лицо — шестерка. Угу. Тело — семерка. Семерка, неплохо. А чем отличается Стив Кук, да, по телу от предыдущего? Как у предыдущего? Джеффа Сайда. Ну, у него ноги побольше. Тебе большие ноги не нравятся или ну, что? Да. Большие ноги не нравятся, понял. Не качаем ноги. Будьте воркаутерами, короче, не качайте ноги. У них у всех реально какие-то лица не очень прям вообще. Не очень? А мне кажется, у американцев наоборот, типа такие да, они нет, все. Нет, он какой-то слишком смазливый, да? Что ли. Ну, возьмем тоже четверку, а тело восьмерку. Нет, семерку у него. Семерка и семерка, да? Да. Угу. Ну да, я с ней согласна. Тоже семерка и семерка. Семерка и семерка, да. Отлично. Блин, у девчонок совсем другие вкусы, нежели у пацанов. Так, Стив Кук. Лицо 9, угу. Тело 9. Девяточка. Лицо 3. 3? Серьезно? Почему? Не знаю, вообще не мой типаж, особо мне не нравится. Нифига себе. Ну, тело 9. Девяточка, да? Да. Это хорошо. И я, друзья, ну как вы видите, Крис Херия победил в этой пятерке. Если вам интересно, кто победит в следующей пятерке, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому выпуску. И, естественно, подписывайтесь на мой инстаграмчик и на Славу. И на Славу подпишитесь, кстати, он тут монтировал видосик. Зацените, кстати, монтаж и скажите, насколько крутой монтаж. Спасибо. Пока!